Всем привет. Знаете, наверное, что в Батуми очень много собак. По-разному к ним относятся. Кто-то любит, кому-то нравится, кто-то боится их. Сегодня покажем немножко Батуми глазами собачки. Снимать будет Моника. Привет. Да, красотка. Посмотрим ее глазами, как выглядит Батумский бульвар. Пошли. Сейчас мы чуть-чуть передохнем и пойдем дальше. Вам понравилось?